Все мы ищем счастье. И для каждого человека, оно свое. Однажды меня спросили, в чем для меня счастье. Попытаюсь ответить. Я не навязываю своего мнения, вы можете согласиться, а можете возразить, а можете вовсе меня не слушать. Счастье в том, чтобы понимать, для чего ты живешь, осознавать, что это не бесцельная жизнь. Счастье – это семья, послушные и здоровые дети. Счастье невозможно без друзей. Мне кажется, счастье полнее, если друзей много и все настоящие. Счастье – это работа, которая нравится. Счастье – это возможность не терять радости, мудрости даже в самые сложные времена. Еще счастье – это когда нет войны, болезней, голода. Счастье – это когда... Это когда и люди рядом с тобой счастливы. Счастье – это способность радоваться за успехи другого. Это когда ни враг, ни обстоятельства не способны дотянуться до твоей души. Счастье – это умение не зависеть от этого мира, но возможность влиять на него в хорошем смысле. Счастье – это когда ты... Когда ты не забываешь отложить деньги для того, чтобы дать их тому, кто у них нуждается. Счастье – это когда ты не одинок. Счастье – это когда ты можешь принять смерть без страха. Когда ни в одну минуту твоей жизни нет дела, которое ты не успел бы закончить. Счастье. Счастье – это когда ты умеешь смотреть в глаза своим ошибкам и умеешь менять себя. Счастье – это когда ты сам контролируешь свою жизнь и не отдаешь ее в руки наркотикам, алкоголю и тому подобное. Счастье – это тысячи мелочей, которые важны и которые происходят так, как тебе хочется. Счастье – это когда все детские мечты не исчезают в прошлом. Счастье – это полная жизнь. Счастье – это то, что происходит здесь и сейчас. Счастье – это то, что не должно кончаться никогда.